Мы всегда стараемся есть кухню той страны, в которой путешествуем. Но согласитесь, было бы нелепо есть японскую кухню, если мы путешествуем по Италии, или армянскую в Китае. Сегодня я приехала туда, куда стремилась с самого детства. Здесь мои корни, отсюда моя бабушка с дедушкой. Это Арцах, иначе говоря, Нагорный Карабах. Лесистые горы, глубокие ущелья, быстрые горные реки и живописные долины. Карабах на тюркских языках буквально означает «черный сад». По-армянски эта земля издревле называлась Арцах или «солнечный лес». Природа и характер людей, их кухня и песни обычно похожи, отражены друг в друге и тесно переплетены между собой. Что значит «жизнь в солнечном лесу»? Как и чем живут эти сильные, красивые и преданные своей земле и памяти о ней люди? В деревне Мецтахер, что в переводе с армянского означает «большие дворы», словно ничего не менялось веками. Основа многих карабахских блюд – промытая и высушенная на солнце пшеница. Традиционно до сих пор ее перемалывают в муку с помощью ручной мельницы с тяжелыми каменными жерновами. Вот она, мука грубого помола. В ней сохранено солнце, ласкающее пшеничные поля, память поколений и тепло этих рук, вобравших любовь к зерну с самого детства. Удивительно, как легко эта хрупкая армянская женщина справляется с этой тяжелой работой. У нее потрясающее имя. Она выглядит как абсолютная русская женщина, такая прекрасная, но она карабахская армянка. Очень легко все у нее получается, в отличие от меня. Она одной рукой туда кладет. И очень легко, делает эту сложную работу. В этой пшенице делают одно только блюдо. И называют хаши. Но они готовы делать такую трудоемкую работу, потому что считают это традиционным карабахским кушаньем. Так, ну давайте приготовим. То есть расскажите мне, как это готовится. Хорошо? То есть мы берем вот эту дробленную, уже жареную пшеницу и отварили практически вот до такой консистенции, как кашу. На стакан пшеницы, два стакана воды. После этого мы берем просто вот у нас топленое масло и лук. Обжариваем лук в топленом масле. Сейчас начну плакать. Маленький, ну какой. Так, все, я больше не буду. У вас иммунитет. Это мы идем. Обжариваем. Хашин для меня это самое любимое карабахское блюдо. Это пережаренные, перемолотые зерна пшеницы, сваренные на пару или на воде. Его укладывают горкой в тарелку, заливают сверху топленым маслом с луком и по краям укладывают чуратан. Это высушенный мацони, который растворяется потом в воде, сбивается. И, в общем, такая достаточно сложная технология. Но это очень вкусное блюдо. Вы сами очень умеете сытно. Это готовить? Я сам умею это готовить. Да. Понятно. Но правда, редко приходится, очень редко. В юности мы его потребляли в большом количестве. Сейчас это уже деликатес. Традиционное карабахское блюдо – хаши. В любой стране рынок – это средоточие жизни и вкуса. Это живой музей, где можно увидеть все, чем богата земля, чем гордятся местная кухня и ремесла. Музей, где нет гида, потому что понять идею жизни народа и его культуры можно только самому. Это только личный опыт – почувствовать и попробовать эту жизнь на вкус. И я здесь –
для того, чтобы понять вкус своего Арцаха. Ну, конечно, когда говоришь «Карабах», с точки зрения кулинарии, гастрономии, представляешь сразу же общеизвестный «Жингель Авгац». Это бренд, завязанный прямо на Карабахе, потому что «Жингель Авгац» нигде в Армении, кроме Карабаха, не готовят. Пытаются. Сейчас уже открылись какие-то магазинчики в Ереване, где готовят этот «Жингель Авгац». Но все равно, конечно, «Жингель Авгац» – это абсолютно карабахское блюдо. Неудивительно, что прямо у входа, у главных ворот рынка, у жаровин можно увидеть женщин, колдующих с тестом и травами. Невероятный аромат горячих лепешек буквально притягивает вас. Давайте я у вас жингял куплю. Попробую. Сколько стоит жингял? 400 грамм. 400 грамм. Одну? Да, а я могу больше съесть? Ну, я не знаю. Горячий, да? Давайте. А что еще? Как? Мацуном или как? Или без ничего? Ну, и можешь просто так уже. И можешь с мацуном, и с таном, и с горячим чаем сладким. Как хочешь. Но так тоже очень вкусно. Хотя это без вина. Грех учится. Вино тоже. Спасибо. Без Карабахского. А вот вино. Да? А дайте нам тогда еще. Ой, как это вкусно. Пойду готовить. Пойду и буду готовить карабахскую настоящую. Давайте. Так, зелень. Вот столько зелени? Нет, еще немножко тоже. Еще? Да, да. Это на одну порцию? Да, это на одну порцию. На одну порцию. О, как много. Соль? Нет, соль много взяла. Немного? Нет, много ты взяла. Много? Ну, нет. Немножко перец. Так. Перец тоже много налила. У меня будет острое, ну. Сколько масла? Налей, налей. Так. Перемешай. Угу. Не пожалела я. Нет, нет. Нет. Так. Все. Сюда, по центру, да? Да, да. Ложкой да. Или руками? Нет. Вот так. Ага. По центру. Да, да, да. Угу. Еще? Да, да, все, все. Все? Налей. Да, все налей. Прям все, все, все. Так. И дальше. А отсюда начинаем. Да. Так. Вот так делаем. Ага. Вот так вот, да? Да, да. Ой, острая. Так. Смотрите, что я все конкурентка я. Да, все. Да, часто задают туристы вопрос, а сколько трав в этом Жингель Авгац содержится. Я всегда в шутку отвечаю. Наши бабушки туда клали 20 видов трав, но невесты уже разленились и ограничиваются 80. Хотя на самом деле количество трав зависит исключительно от сезона, от периода, сезона года, в котором в каждый конкретный момент разные травы растут. И поэтому количество варьирует. Его история интересна. Его... Вообще-то Жингель Авгац – это великопостные пироги. Поскольку страна не очень богатая была в старые древние времена, мы научились из подручных материалов готовить пищу для Великого Поста. И вот этот Жингель Авгац – великопостный пирог. А как так случилось, что оно стало таким? Потому что вкусное. Вкусное. Все, готово у нас. Да, да. Жингель Авгац, Жингель Авгац, 300 граммов, Жингель Авгац. Жингель Авгац, 300, 300. У всех 400, у меня 300. Вот конкурентка. Ну что я хочу сказать? Жингель Авгац у меня получился, да? Да, да. В действительности это был один из видов обрядных хлебов. И тут входило не 20, 17, не произвольных, а конкретно 7 растений. Именно этих трав конкретно, это да? Связано с планетами, с 7 планетами, и каждой планете соответствует определенное растение пищевое. Кстати, из 3500 видов растений, применяемых в пищу, в Армении используется более 2700. Кажется, я начинаю понимать и распутывать загадку с числом трав, которые кладут в эти потрясающие лепешки. Видимо, раньше это был культовый обрядовый хлеб, который ели только в определенное время года. И, как сказал Армен, на Великий пост. Отсюда и их название – великопостные лепешки. Поскольку Великий пост начинается тогда, когда только-только появляются первые травы, а также пост – это всегда отказ от излишеств, вот и получилось – пресное тесто и минимальный состав трав.
Кстати, как и многие другие обрядовые блюда, женгелугат стал повседневной едой. Поэтому количество трав соответствует сезону, местности, вкусу и воображению хозяйки. Но иногда в женгелугат помимо трав добавляют даже красный перец, как, например, у соседней жаровни. Ой, горячо. Так, все, я пробую, потому что все меня пугают, что это... Да. Это чили. Это чили, сказали, перец сладкий. О, вино, вино. Воду. А вам вино? Я хочу с вами. Знай, вы на работе не пьете? Очень вкусное вино. Вот, например, меня, конечно, отругают мои ереванские братья, но я хочу сказать, что, например, мне вино в Карабахе нравится больше, чем в Армении. Спасибо вам. Я не хочу больше работать, потому что я поела джингел и выпила вино. Все. Знаете, Сергей, для меня было тоже открытие, я джингел-лугат уже пробовала, но вы едите джингел-лугат с вином. Мне говорили сперва, вот я вот узнавал у бабушек, что мацун подают к этому. Я в первый раз слышу, честно говоря, что к джингел-лугату подают мацун. Да? Всю жизнь я его помню как пищу, которую потребляют с вином красным. И надеюсь, так и будет. Да, я исправлю у себя в ресторане марианском. Буду подавать вместо мацуна над вином. Не полагается лишать гостей такого удовольствия. Национальная кухня часто воспринимается как производная культуры, сформировавшаяся простыми и очевидными вещами. Климат, погодные условия, рельеф, флора и фауна определяют и формируют характер, психотип, образ жизни и мировоззрение этноса. Опытный глаз различит в кухне историю и традиции, герметичность культуры или безграничный диалог с соседями. Современная кухня Карабаха способна рассказать о многом. В ней зашифрованы и архаика древних ритуалов, и традиции предков, и бессменно лучезарное гостеприимство карабахского застолья. Еще одно горячее блюдо из трав – суп из качапа. Качап обычно хранят косами, а для супа разваривают в кипящей воде, добавляют немного риса, соль и специи по вкусу. Отдельно варят недозрелые сливы или разводят в кипятке сливовый лаваш. Его кислый вкус и играет главную роль в этом супе. Ну, вкусно, но очень кислое. Очень кисло, но очень интересное. Еще одно карабахское интересное блюдо. Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение все-таки, карабахская кухня, она действительно настолько отличается от армянской в Армении, или это мои внутренние личные ощущения? Ну, во-первых, Карабах – это тоже Армения, и не исключено, что в Карабахе состав могут изменить теми фруктами, теми овощами, которые растут не здесь, а в Карабахе, и это очень естественный процесс. А что больше всего покупают? Что больше всего любят карабахские? Карабахские, перец, капуста, помидоры, чеснок. Традиционно. Огурцы. Вот это я не видела ни разу. Это требуха. Требуха. Угу. Да. Горячие. А как вы это делаете? Долго. Очень долго. И сколько времени нужно? Вот какая технология? Неделя. За неделю она уже готова. А по технологии также вот просто солить, как вы наставляете? Да. Рассол тоже самое. Тот же самый рассол. Так, что еще у вас есть? Ну, чеснок я вижу. А какой-то там еще? Это шушан. Шушан. Это кармазюк. Покажите мне, пожалуйста, кармазюк. А кармазюк так и называется? Кармазюк? Да. Это растение? Это черемша. А, черемша. Черемшу знаю. Так, а это бамия, да я вижу. Да. Что еще вы делаете? Такое, что вон я не там знаю. Там кизель соленый. Закус. Соленый кизель? Да.
То есть так же, как требуху, так же... Как все сами. И по 10 дней тоже держите и делаете, да? Да, это меньше. Можно меньше. А вот это что? Беленькое. Это тоже чеснок. Тоже чеснок? Да. Конечно, армянская кухня и в Лос-Анджелесе, и в Тюмени останется армянской. Но, как и в языке, в ней есть свои диалекты. Язык кухни всегда красноречив. Он отражает характер земли и природы. В зависимости от почвы и климата, ингредиенты некоторых блюд могут меняться, но их суть остается неизменной. Еще одна особенность кухни Карабаха. Здесь не пекут знаменитый тонкий армянский лаваш. Хотя тоныры есть в каждой деревне, но устроены они по-другому. И выпекается в них хлеб тонрагац, круглый и хрустящий, чем-то напоминающий грузинский пури. И если классический лаваш может храниться месяцами, то этот хлеб нужно печь каждые 3-4 дня. Так что в карабахских деревнях всегда вкусно пахнет свежим, только что выпеченным тонрагацем. Какой у меня хлеб получился. Хороший. Ну, с этой стороны красивый, а с другой стороны не очень. Оставить мне карты? Ага, на ирку на патрас. А с ника патрас? Ага. Ой, это нерки, ой, кадрик. Нерки один момент. Ага. Теперь, а ты это не лавна. О, я получилась. Ой-ой-ой. Это саш? Ага. Теперь не мекане. Че? Это первый хлеб в моей жизни, который я испекла. И как здорово, что это произошло именно здесь, на Карабахской земле. Понятно, что основные блюда любой национальной кухни восходят к древности. Отражают традиции и хранят в себе глубокие смыслы, о которых сейчас мы можем только догадываться. В Карабахе очень крепкие традиции язычества. До сих пор мы пронесли сквозь христианство, через христианство, вместе с христианством традиции жертвоприношения богам. Это выглядит так. По какому-то поводу выбирается ягненок или петушок. Есть святые места. На этих священных местах с определенным ритуалом забивается этот барашек или режется петушок, потом его варят без всяких специй, без всяких добавок. И ритуал этот включает также раздачу этого блюда, приготовленного, разделку на 7 частей, как минимум, и раздачу 7 случайным людям. Это делается для того, чтобы якобы Бог принял эту жертву. Вот это ритуальное блюдо наше. Пожалуй, это единственное ритуальное, в смысле, в сакральном смысле блюдо. Кстати, матах – один из немногих обрядов, который силен до сих пор в нашей культуре. Хоть я и родилась в Ереване, и много лет жила и в Праге, и в Москве, но и я несколько раз исполняла матах с просьбой о помощи или за благополучный исход важных для меня событий. Но об этом в другой раз. Очередное традиционное блюдо арцахской кухни – куркут. Это пшеница со свининой, приготовленной в танире. В казан слоями выкладывают мясо и пшеницу. Каждый слой солят и перчат. Затем заливают водой и ставят на ночь в танир. К утру вас будет ждать разваренный и ароматный куркут. Ну что, посмотрим. Ой, какой аромат, запах. Здесь у нас куркут, пшеница, свинина и жир свиной.
Все готово, пойдем попробуем. Зачастую куркут путают с армянской харисой, но это не хариса, это куркут, это сваренный в течение тоже всей ночи сваренное зерно пшеницы, освобожденное от шелухи. Его готовят со свининой, с добавлением говядины. Это абсолютно традиционное блюдо. Это блюдо подают как на поминки, так и на свадьбу. И куркут, и ариса – сытные и калорийные блюда. С той разницей, что арису готовят с курицей и во время варки постоянно помешивают, а куркут опускают в танир и уже не трогают до конца приготовления. Когда на столе такие блюда, трудно обойтись без знаменитой тутовой водки. Гарикджан, харик нады? Здравствуйте. Здесь так вкусно пахнет, что не понимаю, зачем пить. Можно просто посидеть, и опьянеешь абсолютно точно. Расскажите, как у вас здесь все устроено, и что и как вы делаете? Тутовку мы делаем так. Собираем шелковицу в бочку и оставляем бродить в течение 13 дней. Просто как она есть, без сахара, без дрожжей. Через 13 дней кладем ее вот в эту перевернутую воронку, разжигаем печку и начинаем варить. Тутовые пары идут вверх и по этой трубе направляются в бочку. Пар идет по трубе и конденсируется при охлаждении. Весь этот процесс занимает полчаса. Через полчаса водка готова. В ней 62 градуса. 13 дней, и у вас есть тутовая водка. Всего 13 дней. Она течет прямо вот в ведро. Водку пьют ведрами. Я пропахла водкой тутовой. И то же самое делают из яблок, из груши. В общем, все, что растет. Кизиловая водка. Малина. Что? Малина? Да. Малиновая водка? Бартаджан, а вы какую любите больше всего водку? Какая нравится по вкусу? Тутовая. Самая хорошая тутовая водка. Угостите меня тутовой водкой. Да. На Карабахе, за Кавказом, говорят толстые, только мужчины. Я попрошу вас, чтобы вы мне сказали какой-нибудь тост. Скажите. Пусть для всех и всегда будут мир и свобода. Пусть вам сопутствует удача. Мы ждем всех у себя в гостях. Приезжайте, а мы будем угощать. Асласта. А мы наим барик нерзельтана. Пьем? О, 62%. Тутовую водку до христианства еще наши предки варили, но только использовали лишь для лечебных целей. Mm-hmm. Лечебных целей. Даже знали, где, в какой местности, на каком высоте нельзя ниже какого-то градуса пить. Mm-hmm. В частности, в Ереване ниже 53 градуса спиртного фруктовой водки нельзя пить. Ну а Карабах – горный край. Там и тутовка пьется на высоте не ниже 62 градусов. Кстати, конечно, у всех народов, какую кухню ни возьми, и Армения, и Карабах здесь не исключение, есть блюда, которые традиционно готовят только мужчины. И в такой трапезе тутовка играет не последнюю роль. Чисто мужское блюдо – это хоровар, угу, шашлык и это хаш. Ни один уважающий себя мужчина не позволит, чтобы к этому блюду вообще прикасались женские руки. Это прерогатива мужчин. Ну, я не знаю, что-то должны мы готовить, в конце концов. Хоть что-то мы должны делать на кухне. Но хаш – это вы знаете, говление коровы. Это огромная с сложности процедура, их надо обжаривать на костре, снимать эту кожу, остатки, очищать их от остатков шерсти и так далее. В общем, это достаточно сложно, этот хаш варится в течение всей ночи. Ну и самое интересное в этом хаше не сам хаш, а предваряющая его процедура. Это большой ритуал, когда собираются мужчины в течение этой ночи, пока варятся эти ножки, играют в нарды, пьют, едят. Что пьют? Что пьют? Водку. Водку обыкновенную, какую? Самую обычную тутовую водку пьют.
Да. И к утру начинается уже сам процесс поедания этого хаша, который тоже большой ритуал. На хаш приглашаются друзья, близкие. Нельзя хаш есть в одиночестве, нельзя хаш есть в семейном кругу. Такого не бывает. Так что это, скорее всего, не только процесс приготовления и приема какой-то пищи, а процесс общения. Любому блюду можно найти обоснование. Это для калорийности, а это чистые витамины. Но в каждой культуре есть что-то настолько исконное, что смысл его невозможно откопать. Он давно затерся, износился в памяти поколений. Таким блюдом для меня стал шпот, напоминающий то ли кашу, то ли кисель, то ли молочные реки и кисельные берега вместе. Анюта Джан, я для себя узнала еще одно новое блюдо. Я бы его назвала десертом, хотя вы его так не называете. Это мука домашнего приготовления грубого помола, вот из этой пшеницы. Это душап, это щелковица, вот такая, вот это сироп, абсолютно потрясающий. Я, честно говоря, на этом выросла, потому что когда мы болели, всегда нам давали этот сироп. Это очень полезный продукт. И вот долго-долго варили, готовили, и получилась вот такая вот кашица. По технологии это как заварной крем, такой десерт вкусный. Я попробую немножко. Ну, не очень сладко, вы правы. Все-таки это не десерт. Такая каша. А как вы это едите? Вот цайкутумы, да. Обычно готовый шпот развивают по тарелкам, посыпая мелко нарезанными грецкими орехами. Но здесь нас ждал сюрприз. Топленое масло с луком. Боже ты мой, я говорила десерт. Никакого десерта. Это такая каша опять у нас получилась. Полезно. Прям сверху? Угу. Получилась такая вот, как заварной крем. Когда я его попробовала, на вкус абсолютно не сладкий. Я говорю, сейчас добавлю что-то сладкое. А они взяли топленое масло с луком. Вот такую сделали немного, вот, ну, открыли как бы посерединке. Добавили этот лук. И потом уже лук с топленым маслом и немного еще душаба вот сверху. Я говорю, я расстроилась, говорю, что это за блюдо? Говорит, это тоже очень традиционно, шпот, если я не ошибаюсь, шпот называется. Но такого есть... у нас нет такого, в Армении, да? Такого есть у нас. Самый старый десерт, это как раз таки этот похинт, размещенный с душабом. А душаб брали из тутовых или из винограда. Или из винограда. И в разных местах теми же способами всегда бабушки готовили очень полезный десерт. И в сельских местах, как типа сладости, всегда подавалось вот этот клондрак. То есть вот то, что приготовили для меня и называется это шпот, это вот клондрак, который вот готовился у нас. То есть да. Абсолютно... Да. Ну там, если лук пожарили, это уже к десерту не идет. Ну, да. Ну просто они... Как горячее блюдо подавали. Да, как горячее блюдо. Я попробовала, мне показалось очень скромным и, наоборот, вот меньше красок, чем вот я привыкла там в том же Ереване. Это за счет чего вот? Да, это нормальный процесс. Вообще есть блюда, которые повседневные, да, дома готовят домохозяйки.